Так, ну давай. Блин, интересно, что там за шип такой? Угу. Лайка, дай мне галочку, ёбан в рот нахуй. Когда родители заставляют переодеться и надеть что-то белое. Почитайте в Википедии значение слова вкус. Я хочу тебя примерить, иди ко мне. Милане 14. Ответ. Ей 14. Поняли? Вот я именно сейчас прочитал с интонациями, как надо. Милане 14. Ей 14. Идея моя. У тебя вообще другие видео. Бля, чуваки, я вас очень искренне прошу. Мне пару раз на глаз попадалось, что вы друг друга хавали за идеи. Да забейте хуй вообще, идеи, не идеи. Ну, вы чё, блядь? Вы чё? Народ! Видос сделайте, ну пизданули у тебя идею, ну скажи, ты, блин, реально круто, наверное, придумал, раз у меня ее спиздили. Типа, ладно, напишу, блин, ну, типа, классно. Все, чё ты сидишь, зубами рвешь за идею? Да вообще похуй. Чувак, вы с одного района, вы кенты, ебаный в рот. Кто там у тебя чё спиздил? Дружить надо, блядь, они... Это моя идея. Киньте репорты ей, она мою идею спиздила. Не, чел. Вообще, у меня как было. Один раз у меня не залетали долго видео с неоном, и потом какой-то левый аккаунт взял. Я выложил видео с неоном, у меня оно не залетело опять. Я думаю, бля, все, типа, вообще разбитый нахуй. Удалил его, короче, скрыл, там просмотров 1200 было за сутки. И потом открываю рекомендации через пару дней ТикТок. У меня там вот мое же видео с аккаунта нулевого нахуй. 3.5 миллиона лайков. Я думаю, блять, сначала обиделся, типа, блин, почему так? А потом подумал, бля, это ж новый аккаунт залил мой видос, и он залетел. Да значит, ебать, да значит, я хорошо делаю. Охренеть. Надо продолжать, значит. Ага. Ну, девятиклассница, ну тут, да. Мне не имеется. Охуеть, что, как я попал? Чтобы получить галочку, ты на самом подозрение. Не, нахуй это все дело. Чтобы я сам подавал заявку, лайк. Вот ты мне лайк заплатит, чтобы я... Чтобы, да, галочку я получил. Тогда ладно. Мислер, мразь. Что, мразь? Да, ей нравится мой айс. Это Blizzard. И на мне жидкий кристалл, я телевизор. Я пью Caesar, ты тоже. Я скажу тебе все как есть. Me? Obsessed with you? Простите, но почему у Миланы то нет вишни, то есть? Как бы это просто тренд, и к тому же она сказала, что идея не моя. То есть видеотренд. Сейчас. То есть видеотренд. Сейчас. То есть, короче, плевать, что в видосе это тренд, там залетает, я также выложу, и все. Типа, я просто тренд. Зачем вообще писать мне что-то в комментарии? Это же просто тренд. Интересно. Интересно. Позиция. Это пиздец, чуваки. Дизлайк, Милайн, так я пролистал только 4 видео. 5. Блять. Вы представьте, да?
Там чуваки просто обсасывают, что... Бля, жесть, дети странные периодически бывают. То есть... Как бы... Ну, вообще мега странные. Ну, то дети и дети, что грудь обсасывают. Грудь обсасывают, дети. Каламбур, пиздец. Когда пойдет снег? Ты как человек? Залина. Роскомар под лайк. Спасибо, 100 рублей. Так, готово. Сейчас. Это имба? Блум? Так. Готово, готово, готово. Залуп онлайн помирает, помогите. Так. Я напишу Лоле, чтобы он пиарить much, начал. Thank you very much, my friend. Спасибо. Вот, да? Давай по-английски. Так, сейчас. Мне кажется, это такая вещь, которая должен, которая не должна была мне попадаться на глаза никогда. Вау, это же... Вау, это же Барби! Это Барби-хищница, и она стоит 100 суперлайков, потому что она умеет делать вот так. Крутая! А это Барби-школьница-маньячка, и она стоит 1 000 000 суперлайков. Знаете почему? Потому... А это Барби-стримерша. Она матерится... Блять. Гриш, ты задолбал в телефоне сидеть. Мы же в Сочи приехали. Ребят, все плюс, кто так же дома ходит. Просто так. Пошли хоть куда-нибудь сходим, погуляем. Рокси, опять ты начинаешь. Мы сейчас выйдем на улицу. М-карамелька, первая авось. Ела сегодня или на воде, как обычно? Ага, они там терки, да, получается? Так, это понятно. Не могу нигде себя. Ну, вот тебе рок-н-ролл. Себя найти, но мне все до звезды. Бум за щекой. У меня... Без ума счастья. У меня... есть только одна подруга из всех моих друзей. Девочек. У меня есть только одна подруга из всех моих друзей, девочек, которая может меня поднять. Может. А. Потому что все вот эти вот... Я, ну, все, бля. Тренды там на плечах, да. А... Да что такое, блядь? Когда пойдет снег, все, через год, чувак, зима уехала, зима еле кашляет, бля, уже. Да что ж такое-то, это пиздец вообще. А что ты дальше-то смотришь? Ну, ты уже 30-40 фотографий пролистал. Ой, ой, ой. Все, все. А что ты дальше-то смотришь? Ну, ты уже 30-40 фотографий пролистал. Ой, ой, ой. Все, все. Эта песня нам нравится. Это... Это... Ой. Меняемся до неузнаваемости. Осветляем волосы. Варим ромашковый чай, добавляем мед, далее наливаем в распылитель, пшикаем на волосы по всей длине. Чего ебать?
Дальше наносим искусственный завар, наливаем кипяток, блядь, опускаем голову в кипяток, нахуй, или что? Что это за бред, блядь? Конор, Конор, нужно проверить лайфхак. Подожди, 103 тысячи лайков. Абьюз. СПС кто лайкнул? У меня с мамой то же самое. Блин, прикиньте, да, маму зашугала девочка. Бедная мама. Пиздец вообще. Это какой-то тоже тренд, да? Вдруг меня сейчас смотрит Мелани Красова, Таня Мурлова, Лера Юникорн и другие овечки. Ой, популярити. Это понятно, а снег-то когда пойдет? Это мы не знаем. А у вас какой цвет кожи? У меня F-160. Похуй, пятый. Идея чья? Блять, спиздила, да что ж такое-то? Мама Леры лайкнула? Что? Ладно, еще Лера и Давид, но представьте, как неприятно Милане и Жене, они просто др и ничего больше. Ну, типа, там в том мире это... Блядь, нет, да может быть мы что-то этот... Может мы что-то как-то утрируем, слышите, чуваки? А может мы, типа, что-то утрируем? Типа, ладно, прикалываются же, нет? Или что, я понять не могу? Или это хуйня вообще полная? Да, может это мы, типа, остро реагируем? Ну, снимают и снимают, но делают и делают, иди, так что, какая разница? Или это с разной моральной точки зрения, это, типа, хуйня? Давайте на меня, да, это применим. Я бы, если такое видел, я бы точно сказал, чуваки, вы что, ёбнутые вообще, нахуй? Вы, ну, прекращайте, это вообще, типа, пиздец. То есть я бы так сказал, 100%. Ну, сейчас, да. Я так и сделал, кстати говоря. Ну, вообще-то, даже тогда, когда у них это не рофл, да, но это было понятно по этой смс-ке, типа, ладно, еще эти что-то там, а те друзья-то, что этот... Хуйня. Не, я понял то, что это не рофл, когда со мной такая хуйня была, я зашел в лайк, и там, типа, там не рофлили реально. То есть, то, что залили на YouTube что-то где-то, да, то, что в TikTok там, там, ну, я ники аккаунтов помню, это не рофлеры, то есть, тьфу ты, это рофлеры. Но потом, когда это начало приобретать обороты, я как бы понял то, что там с этим не шутят вообще. Короче, типа, мы нормально реагируем, типа, мы в порядке, правильно я понимаю? Мы с вами, мы в порядке. Самое забавное, нахуй. Самое забавное. Что, типа... Ладно. Студия Softbox представляет... Собираюсь утром у любовника после ночи, вижу дневник за 11 класс. Да, мы поговорили, обсудили, выяснили все свои там... Конечно, понимаю, но не настолько. Называетесь приложение для детей, конечно, ей же надо денег заработать. Тебе задолбоёб. Ну, бывает и такие моменты, конечно. Зато какой, а?
Такое много пропустила, да? Не-не. Она крошиха. Знаю, но ее видео меня поражают. Интересно, вот, типа, если бы я был сейчас в 5 классе, я бы шарил за эту всю тему? Да, то есть у меня бы одноклассники шарили? 7 класс, да. Просто мы с чуваками начинали шарить с того возраста за Twitch. За братишки назовут эту тему. А ну вообще, у нас тогда и не было такого приложения, как TikTok. Да, и лайк вообще. И первое, что за что я начал шарить, это вообще за Квай, когда Вову братишкин начал Квай стримить. Там вообще пиздец летейший был. М это тренд. Угу. Не читай это! Твоя мама завтра утром умрет, если ты не отправишь этот комментарий под 20 видео. Извините, мне тоже пришлось. Блять! Нет! Нет, 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 нет. Нет, пожалуйста, нет, 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 нет. Ой, нет, 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 нет. Блин, блинский. Что я не ожидал такого-то? От Марьяны. Какая-то Марьяна появилась. Но тогда у тебя бы было написано, что ты мне кидала. Блин. Потому что я вела в 12 часов ночи. И... Не читай это, иначе твоя мать умрет. Нет! Кидал, ты дебил! Вот у меня как бы и осталось. Не, ну я был помладше, я велся на это, конечно. А потом такой, блин, мам, прости меня, но я проверю. И, короче, не стал отправлять. И... Все нормально, все живы. Так что, чуваки, не ссыте. Ну и, конечно, котики. Ты посмотри, какие. Сядешь за руль бухим в свою машину. Правда. Она целует меня так, как будто знает, что у меня есть кто-то еще. Она смотрит на меня. А знаешь что? Знаешь, что? У меня же твой номер есть. Давай его сольем. О, ну да, это я. Как я докатился до жизни такой? Хэштег гимнастика. Не читай это, иначе твой батя вернется. Не читай это, иначе твой батя вернется. Ну, там хэштег гимнастика, чуваки, не доебаться. Камила. Ну, это совсем ребенок. Да вы заебали, чуваки. А. Да нет, я говорю, может быть, блядь, это, короче, что-то мы, короче, поняли. Это, походу, что-то у нас не так. То есть там-то рофлят с этой темой всей. Ну там рофлят чуваки с этого, видишь, я просто мандарины подложил, это приколы. Ты же знаешь, что в субботу вор не ходит на работу. Нет, это хуйня. О, у тебя что, усы? Что? Кто? Ой, ребят, кто-то номерочек скинул. Я. Я амбассадор. Я амбассадор Миланы Хаметовой. Я ее продвигаю, ребят, как Дава Манукян. Вот она пусть снимает, треки у нее заебись,
Все, вот вообще нету никаких доебов. Вообще никаких. Вообще никаких. Ты хапишь на это? Заткнись. Дурак, что ли? Я искренне. Сейчас. Сейчас. Смотрите. Настоящий фанат. Говори честно, вы гей? Нет, я не гей. Пять раз хлопни, посмотри на потолок, три раза моргни, разлей это пяти друзьям, посмотри под подушку, и там нихуя, да ну. Нету, нет, 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 не получается. Но ты не Пацаны, которые любят худеньких, запомните, змеи толстыми не бывают. А? Ваш подписчик сам змея говноед проклятый. Ебать, Вера осадила, типа, пиздец. Ваш подписчик не читает, а, блядь, про... а чё говорят? О, осуждаю. Сам ты не я, говно, это проклятый бы. Вот я увидел это. Типа... Вот это вот свои, вот это, да? Остальное хз. Где Престо? Да, блядь, что со снегом не так? Корова хрюкает! А песню... Сколько тебе здесь лет? 12. Золотика. Вы готовы? Как скачать? Thank you. Для друга. Так, погоди, я думал, это типа прогоняют тиктокеров с лайка. А тут что на самом деле? Не знаю, как получить галочку. Скопируй этот коммент, разошли его в 20 видео, за активность тебе дадут галочку. Блин, как прикольно все смотреть. Почему я... Такс. Мото-мото. Что это значит? Я с 5 лет мечтаю о чёлке. Ладно, типа хватит, чуваки.